Западные СМИ и западные лидеры с большим энтузиазмом относились к так называемой власти народа и закрывали глаза на присутствие участников вооруженных формирований и неонацистов на улицах Киева. Но теперь они сдают позиции. Западные спонсоры обеспокоены ситуацией. Мы слышим критику в адрес нового режима в Киеве, связанную с отменой регионального статуса русского языка и снятием запрета на использование нацистской символики. Внезапно на Западе начинают говорить, что вероятно, они выпустили крайне дестабилизирующую силу. Они поняли, что после свержения Януковича в результате госпереворота трагедия не закончилась. Это был всего лишь первый акт. Все это, безусловно, показывает инфантилизм и невероятную некомпетентность стран НАТО. Они способствовали этому кризису, не думая о том, к чему это может привести. К высвобождению националистических сил и страху. И все это может выйти из-под контроля.